Целый месяц сотрудники госавтоинспекции, представители заинтересованных ведомств проводили рейды по контролю за обеспечением безопасности при пассажирских перевозках. В общей сложности проверили почти 700 автобусов на пригородных и междугородних маршрутах. Результатом проверок 284 водителя, привлечены к административной ответственности. Среди наиболее частых нарушений – управление транспортным средством с техническими неисправностями, нарушение правил дорожного движения, а также режима труда и отдыха. В итоге привлечены к ответственности и должностные лица за выпуск на линию транспортных средств без тахографа, либо с неисправностями, при которых запрещена эксплуатация автобусов. В ходе проведения мероприятий был выявлен факт управления пассажирским автобусом водителя в состоянии алкогольного опьянения. Факт был зарегистрирован 8 ноября 2017 года. В целом, по результатам проведенных мероприятий можно сказать, что по фактам выявлено нарушений законодательства при перевозке пассажиров, 2 материала направлены в прокуратуру и 3 в органы Ространснадзора. Еще по одному из фактов решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.